В Уральске начали профилактическую обработку территории от личинок гнуса. На первом этапе химикатами опрыскивают места выведения комаров и мошек. Всего на борьбу с гнусом в этом году выделено более 90 миллионов тенге. Подрядчики обещают завершить работы ближе к осени. Дезинсекцию территории Уральска осуществляет подрядная организация. На три года ей выделено почти 300 миллионов тенге. Заказчиком проведения работ выступает областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Здесь обещают контролировать эффективность освоения средств. Ведь предыдущие годы поступало немало жалоб на нашествие кровососущих насекомых. В этом году энтомологи отметили, что количество личинок гораздо больше обычного. Это видно на примере озера Анисина, которое расположено в районе медицинского колледжа. В 2022 году мы используем препараты биологические, как бактицид, это противоличиночное мероприятие. Для летной стадии мы будем использовать инсектицид Агран. На озеро Анисина в прошлом году было не так много, в этом году очень много, очень большое количество сейчас личинок. Охват у нас сейчас вот на этой территории, мы уже, получается, уже пятый день работаем. Обработки от личиночной и окрыленной стадии гнуса планируют подвергнуть 13 тысяч гектаров. Особое внимание местам выплода комаров и мошек. Это пойменные леса и мелкие водоемы, расположенные в городской черте. Далее настанет черед обработки окрыленных комаров. Основная наша работа – обрабатываем личинки прошлогодних комаров, которые сейчас только появляются. В первую очередь мы обрабатываем такие небольшие лужи, где в первую очередь вода прогревается и появляются личинки. Дальше мы будем обрабатывать уже внутри леса, когда будет подтапливать лес и поймы реки Урал и другие бывшие озера. Отметим, что в этом году работу по борьбе с гнусом будут контролировать и представители общественных организаций. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42.